Всем привет! Сегодня мы приготовим блюдо из овощей и фарша под названием мусака. Итак, поехали! Но для начала добудем огонь. Для этого блюда нам понадобятся непосредственно сами овощи, такие как лук, помидор, баклажан, перец, капуста цветная, из овощей все. Дальше сыр, масло, фарш, молоко, соль, перец, приправа и 3 ложки муки. Для начала нарезаем лук полукольцами. Идем обжаривать наш фарш с этим луком. Добавляем чуть-чуть масла. Фарш немного обжарили, добавляем лук. Затем наш фарш выкладываем в блюдо и разравниваем. После чего нарезаем наши овощи кружочками. И также выкладываем наше блюдо. Затем в ход идет помидорка, также кружочками и все наверх. Перец нарезаем кубиком, как получается. И опять же все сверху выкладываем. Затем цветная капуста. Ее помельче чуть нарезать. И также всё наверх выложили. После того, как заполнили все овощами, идем делать соус. Для соуса разогреваем масло. И в разогретое масло добавляем муку, 3 столовых ложки. Все дело это обжариваем. После того, как обжарили муку, добавляем по чуть-чуть молоко. И все перемешиваем тщательно. Согрели наш соус, добавляем сыр и все тщательно перемешиваем.
После чего этот соус выливаем на наши овощи. И разравниваем. Затем нашу мусаку отправляем в духовку при 180 градусах на 40 минут. Прошло 50 минут. Осталось только попробовать. У нас получилось нежное, сочное, очень вкусное блюдо. Подписывайтесь, ставьте лайки. Комментируйте. Всем пока.